Добрый день, коллеги, как меня слышно? Поставьте плюсики. И видно ли мою фотографию? А то у нас на структурном не было моей фотографии. Слышно меня или нет? Вроде у меня все нормально стоит. А, так, микрофон не тот. Ну-ка сейчас переставлю. Видно фотографию? Отлично, я ее сегодня меняла. Все отлично, замечательно. Рада вас приветствовать. Мы действительно решили прям вот рассказать про этот продукт, потому что уже многие пользуются, многие получили шикарные результаты, но столкнулись мы с тем, что некоторые до сих пор или не купили этот продукт, или просто-напросто начали, ну как, купили и не знают, как им пользоваться. Поэтому мы сегодня с вами поговорим подробненько про новую серию вот эту Wellness и посмотрим именно, чем они уникальны. Поставила я вам видео вот это страшное, но это на самом деле так, потому что даже если бы не было продукта Wellness, то в любом случае питание правильное никто не отменял, особенно сейчас, потому что, ну, можно действительно и травануться, и получить очень много проблем желудочно-кишечного тракта. Ну, давайте мы посмотрим, что такое вообще есть wellness, направление wellness, потому что это направление wellness, оно развито сейчас особенно, и не только в компании Faberlic. Спасибо огромное компании, что они создали этот продукт, потому что wellness направление есть в других сетевых компаниях, и вообще это известное название. Wellness – это новый стиль жизни, причем как у людей с небольшим кошельком, так и у богатых людей особенно, где доминируют здоровье и прекрасное самочувствие. Зародился этот стиль более 50-60-х годах 20 века в Америке. До нас он, конечно, дошел позже намного, и мы вот сейчас, вот буквально несколько лет начали прям вот пожинать эти плоды, получать вот это вот полезное вот видение, понимание жизни, и это очень здорово. И большее количество людей сейчас задумывается о том, что необходимо действительно следить за своим здоровьем, действительно не просто питаться, а разбираться, что мы едим, как мы едим. И что это за западная фишка такая, которая шла к нам так долго? Одно точно, она пришла вовремя, а сейчас многие уже подхватили вирус гламура. Второе, и готовы поддержать свой стиль жизни и источать энергию успешности. Видно, так, прочитала сообщение, что меня и видно, слава богу. А также готовы на полнокровное существование, построение внутренней и внешней гармонии. Поэтому этот продукт можно как пользоваться самим, точно так же продвигать своим знакомым и незнакомым, потому что действительно для многих слово wellness очень понятно. Само слово wellness произошло от фитнес или well-building. Я немножко не по-английски плохо понимаю, потому что я изучала французский язык, мне немножко сложно произносить. Но думаю, вы меня простите за это. Что означает хорошее самочувствие и благосостояние? Этимологические корни понятия уходят, как было сказано выше, в середину 20 века, но окончательное понятие укрепилось на пороге где-то 21 века, когда вся Европа осознала факт: хочешь быть здоров, значит, необходимо что-то придумывать, что-то делать, и инвестирую в свое здоровье. Вкупе с тем, что современные жители стран цивилизованного мира ставят целью своей жизни получение удовольствия от всего, что они их окружают, время диет, которые приводили именно к проблемам со здоровьем и слишком большому похудению, ушло. Сейчас все диетологи работают над тем, чтобы люди действительно питались,
питались полноценно, питались полезно, но в то же время, чтобы у них корректировалось тело, потому что, ну, в некоторых странах прям зашкаливает ожирение. В Европе, в Америке очень много людей, которые весят более 200-300 килограмм, и это прям, ой-ой-ой, как страшно. К сожалению, в нашей стране точно так же стали появляться люди, которые зашкаливают, и это действительно очень горестно, поэтому очень важно, чтобы действительно на это направление обратить внимание. Что еще такое wellness? Каковы же основные принципы данной философии? Не только wellness фабрик, а вообще. Это очень актуальный продукт. Это расслабление и гармония, избежание стрессов или избавление от них в спа-салонах. Второе – это красота и уход за телом. Это вот все входит в направление wellness. Это движение, спорт, for fun, такое направление есть. Это питание, естественно, сбалансированное и очень полезное. Умственная активность. Итак, можно сказать, что wellness представляет собой довольно сильную и быстро растущую индустрию, которая помогает своим потребителям замедлять старение, продлить молодость и повысить свой жизненный тонус. Это идеальное сочетание с концепцией wellness, поддержание хорошей физической и духовной формы с удовольствием и без насилия над собой. Вот действительно, я на себе испытала вот этот продукт, потому что мне предложила компания прийти в тест-группу. И одно дело, когда мы видели это в Москве на форуме, когда говорили про этот продукт, и мы там восхищались с Дарьей, прям визжали, ура, ура, у нас это появилось. Другое дело – это испытать на себе, потому что одно дело – вкусный продукт, мы его попробовали, другое – как он работает, это совершенно другой момент. И вот когда я вошла в тест-группу, то это, я бы сказала, была моя точка отсчета. Вот я выложила 3 фотографии. Ну, с одной стороны, для многих я бы не сказала, что я очень больших размеров, но для меня, которая все время действительно имею я предрасположенность к полноте, и когда меня начинает нести в разные стороны грудь, лицо, руки, ноги, живот, когда меня начинает вот это распирать, мне это очень не нравится. Первое, что мне не нравится, я себя чувствую по-другому. Возможно, вы также, когда вы начинаете поправляться, вы начинаете себя чувствовать некомфортно. Второй момент – нарушение происходит желудочно-кишечного тракта. Это на самом деле вот прям внутреннее состояние, прям некомфортное очень. Ну а третий, самый важный момент, когда я начинаю поправляться, я начинаю выглядеть старше. Может быть, на свой возраст, мне 52 года, но мне-то все время хочется быть молодой, красивой и стройной, поэтому, соответственно, вот когда я вступила, вот я была вот такая. Мой вес составлял на тот момент 60 килограмм 400 грамм, объем шеи 35 сантиметров, объем груди 100 сантиметров, объем талии 80 сантиметров, объем бедер 95 сантиметров, объем бедра 1,54 сантиметра, объем руки 30 сантиметров. Очень удобно нам дали табличку для внесения показателей, и я вам рекомендую, когда вы начнете пользоваться продуктом wellness, обязательно сделайте себе вот такие пометки, обязательно замеряйтесь, тогда вы будете понимать, как движется у вас процесс. Дополнительно я внесла свои замеры, это объем под грудью 86 сантиметров и объем ниже талии, там, где животик. И вот эти ушки женские наши, 92 сантиметра. Вот я вступила в такой процесс, и сейчас мне очень многие задают вопрос, можно ли вообще похудеть благодаря wellness? Насколько можно похудеть именно с wellness? И вот я здесь хочу вам сразу же поправочку дать, потому что
каждый человек, который начинает употреблять наш продукт Wellness Faberlic, я могу это гарантированно сказать на 100-200%, потому что сама я прошла этот путь, каждый человек может похудеть. Но вот насколько, у всех будет разный результат. Объясню почему. Очень зависит от того, каков изначальный вес. Если, предположим, девочки, которые в больших объемах, ну вот очень большие объемы, свыше 80-100 килограмм, у них вес будет идти гораздо быстрее на уменьшение. Те, которые, вот как я, и ниже 60-50, например, 9 там, килограмм, 58-56 килограмм, тут вес будет уходить помедленнее. Это так работает организм, потому что у тех людей, у кого больше объемы, у них большее содержание жировой прослоечки, и она сжигается очень быстро, в принципе, и поэтому очень быстро уходит вот этот вес. Но у тех, которые не очень больших размеров, но тоже недовольны своим телом и хотят его подкорректировать, у них подкожная жировая прослоечка, ее меньше. Соответственно, вот когда жир сгорает, когда он расщепляется и уходит, то там очень мало в весовой категории. Но и хочу еще сказать такой момент. Все зависит еще от состояния самого человека. Потому что есть подкожный жир, а есть еще и внутренний жир, который обрамляет наши органы. И вот от того количества именно внутреннего жира, насколько его много внутри у каждого человека, вот от этого зависит также понижение веса, потому что самое сложное – это убрать именно жир, который находится вокруг наших органов. Для этого, конечно, есть очень шикарные весы, которые показывают, вот, например, сейчас Faberlic предлагают, они дорогие, но они того стоят, весы, на которых вот сразу же все показатели показывают, сколько подкожного жира, сколько именно внутреннего жира, сколько жидкости в организме, что вы поели не то. То есть весы на самом деле умные. И если у вас есть желание и нет весов, то обязательно приобретите эти весы, вы нисколько не пожалеете. Поэтому вот здесь вот будет зависеть от начальной точки того состояния вашего организма, насколько оно вот-вот, когда вы вступаете и начинаете пить wellness коктейли. Но в любом случае результат всегда есть. Еще есть такой момент, что вес уходит гораздо быстрее, если, например, какие у вас пищевые привычки. Если вы больше приверженец здорового питания и уже, например, в этой теме развиваетесь, то вес будет уходить быстрее. Если все-таки у вас есть привычки, которые не полезные, то, о чем вот видео я ставила, то здесь нужно будет, конечно же, отказываться от многих продуктов для того, чтобы действительно скорректировать. Но отказаться не потому, что не есть ничего, а потому что просто есть продукты, которые вредны для здоровья. Но здесь тоже влияет. Если у вас правильное питание, и вы сбалансированно питаетесь, но оно правильное и не вредное, тогда вес будет уходить гораздо быстрее, потому что именно wellness-продукты, они помогают быстрее сработать. То есть, знаете как, wellness-коктейли, wellness-супы и батончики наши, wellness-батончики, они помогают расщепляться жирам, они помогают, чтобы полезные вещества оставались в организме, витамины оставались, а вредные, чтобы выходили. Еще зависит снижение веса, количество именно в килограммах от заболеваний организма, потому что есть различные заболевания, которые притормаживают вот этот процесс похудения. Но в любом случае могу сказать однозначно, безоговорочно, задавалось очень много вопросов по поводу, кому можно, кому нельзя wellness-продукты. Я скажу точно, что wellness-продукты показаны всем абсолютно. Даже кормящим мамочкам можно
чтобы они, ну, как наполняли, сами витаминизировали свой организм, и чтобы и ребеночку поступали полезные витамины. Беременным можно, но ни к чему, потому что все-таки там немножко другой процесс происходит. То есть вредно не будет, ну, в принципе, ни к чему. Чисто так вот для поддержания организма, витаминизирования только. Разрешено даже деткам, разрешено с 4 лет, можно уже употреблять. Только просто дозировку нужно делать меньше намного, потому что в каждом вот... В порции коктейля, вот один стаканчик там есть, там суточная норма полезных витаминов. Для ребенка это слишком много будет, поэтому уменьшать нужно просто дозировку в зависимости от возрастной категории. А каков режим дня и какой режим питания? Потому что есть люди, которые днем практически ничего не едят, на работе где-то находятся, зато ночью любители покушать. И если вот действительно, вот я такая, я правда, вот по-честному вам говорю, я такая, что я могу целый день бегать, носиться, что-то делать и забывать, это раньше было, забывать где-то поесть, зато к вечеру я могла прям нашпариться, по-другому не скажешь. Благодаря wellness продукту я начала менять свои привычки пищевые именно в режиме питания. Потому что питаюсь полезным продуктом я уже давно. Ну и, конечно же, сила желания. Потому что многие думают, что они взяли один пакет wellness, и у них сразу, там, например, 50 кг уберется. Нет, такого не будет. Эта серия wellness направления Faberlic, она сделана настолько грамотно и правильно, чтобы вес уходил потихоньку. Потому что быстрое снижение веса будет вредно для организма. Чтобы не навредить организму, этот процесс постепенный, он не медленный, но постепенный. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы действительно поставили цель, какую вы хотите, приобрели эти продукты, начали правильно их употреблять и просто держали терпение, взвешивались, смотрели и смотрели, какие процессы в вашем организме происходят. Вот во мне произошли вот такие изменения. Теперь я вот такая. Специально сделала фотографии, которые вот где в шортах, это купленные шорты 10 лет назад. Я в них влезть не могла, хотела кому-нибудь уже отдать или выкинуть. Одела, они на мне сошлись и даже свободные. Вот этот свитер, я вступила в декабре в эту программу. В декабре купила этот свитер. Теперь этот свитер, ну, можно практически отдать, наверное, моей маме или моей сестре. Свитер шикарный, шерстяной, наш фаберликовский, но он вот для меня, он теперь очень большой. Одеваю только под верхнюю одежду для тепла. Итак, минус у меня по размерам. Я с 46-го в талии, 48-го в груди перешла в 42-й в талии, 44-й в груди. Размер у меня уменьшился. Вес у меня 53 900 сейчас, у меня убралось 6,5 килограмм, но для моего роста и для моего веса это очень великолепный результат. Объем шеи у меня похудел на 4 сантиметра, объем груди на 10 сантиметров. Для меня это очень показательно, для меня это очень важно. Кто-то не хочет, чтобы у него худела грудь, мне необходимо было это. Объем талии... У меня 12 сантиметров убрался, объем бедер 8 сантиметров, объем бедра 1,6 сантиметров, объем руки 4 сантиметра. И вот под грудью с 86-го, 86 было, стало 75. Это очень прекрасный результат, очень радостный, потому что теперь я могу запросто одевать ту одежду, которая куплена была давно. И объем ниже талии был 92, стал 84. Вот это вот такие показатели, которые у меня сейчас. И я продолжаю пить коктейли Wellness. Мне недавно задали вопрос, ты будешь вечно пить? Я говорю, дело не в том, что вечно или нет. Дело в том, что у меня цель была поставлена более такая, ну, высокая.
я хочу еще убрать кое-какие замеры в своем теле, это раз. Второй момент, мне настолько нравится продукт и настолько я себя по-другому чувствую, что я могу сказать, что однозначно я пью, покупаю и получаю удовольствие. А теперь давайте посмотрим вообще, что нужно делать именно дополнительно к коктейлям Wellness. Это здоровое питание, еще раз повторюсь, и обязательно питье воды от 1,5 до 2 литров. Ну, для вас это, наверное, не новость, вы это много раз уже слышали, но могу сказать, что продукт Wellness – это для тех, кто особо ленивые. То, например, конечно, когда вы ходите и делаете физическую нагрузку, то ваши результаты увеличиваются в разы. Но если даже у вас нет такой возможности где-то заниматься спортом усиленно, вы можете делать дома по утрам зарядочку дополнительно. Это все зависит от вашего желания и от того, насколько быстро вы хотите постройнеть. Я не люблю слово «похудеть», я больше использую слово «постройнеть». Если вы хотите постройнеть быстрее, то с wellness-продуктом это произойдет очень быстро. Многие мне говорят, ну вот здоровое питание уже минус определенный какой-то жирный, ну как то, что откладывается в жировой клетчатке. Плюс вода, она тоже влияет очень хорошо на похудение. Зачем тогда wellness-продукт? Я вам скажу честно. Вот до того, как я вступила, у меня было здоровое питание, я пила воду, но какие-то процессы в организме начали происходить, которые начали меня продвигать куда-то опять на поправление. Может быть, это возрастная категория, может быть, это гормональные какие-то сбои, потому что возраст уже определенный. Может быть, это где-то... Иногда мои любимые сладости, с которыми мне очень сложно отказаться. Сейчас благодаря батончикам Wellness я прям вообще балдею. Я даже не покупаю шоколад. И это настолько великолепно, тем более сами коктейли, они же сладковатые, сладенькие такие. И они очень хорошо заменяют мне вот эту потребность сладости. Соответственно, я стала... Меньше есть сладкого, практически не ем, иногда так только, где-то на какие-то праздники. Поэтому wellness-продукт – это не только расщепление жиров, но это еще и полезность. О полезности мы с вами поговорим. А теперь давайте поговорим о выгоде самого продукта. Многие говорят «дорого». Если вот так вот посмотреть на батончики «дорого», то давайте разберемся, вот первый момент, я здесь не написала, но я скажу, что я давно в здоровом питании, и я покупала в интернете хорошие, дорогие батончики протеиновые для здоровья и для перекусов. Один такой батончик стоит 200, 300, 400 рублей. Наши батончики, хоть у них и черная цена 200 рублей, стоят всего 99 в ценах каталога. Для консультантов это совершенно другая цена. Для консультантов, у кого 26% скидка, 73 рубля стоимость батончика. Для тех, у кого 20% скидка, 79 рублей стоимость. Но если вот так разобраться, какими мы перекусами занимаемся где-то в кафе между делом, и даже если посчитать, мы покупаем кофе или чай дома и что-то добавляем к чаю, какую-нибудь пироженку или еще что-нибудь, какие-то продукты, то по сути по своей наши вот эти вот перекусы с чаем, они стоят гораздо дороже, чем стоимость батончика. Стоимость батончика невелика, но они ведь полезные, потому что вот батончики Wellness, в нем большое содержание белка, а именно белок – это тот строительный материал для наших клеток, для нашего организма. И я вам честно скажу, что именно когда мы потребляем большое количество белка, ну не усердствуем, но когда мы потребляем именно белок или растительный, или животный, то благодаря этому наш организм
по-другому работает, и по-другому наше тело становится. Мы действительно худеем, даже есть белковые диеты специализированные, но там прям жестко, очень тяжело, там много чего есть нельзя, там только белок употребляется. Поэтому в данной ситуации наши батончики – это мега-плюс к вашему здоровью. А еще по поводу батончиков могу такое сказать. Когда вы начинаете худеть, когда вы начинаете использовать продукты wellness, но даже если вы продукты wellness не используете, просто сидите на диете, то ваш организм в какой-то момент начинает бастовать. Изменение рациона питания, из-за этого происходит такая ситуация, что организм начинает неожиданно требовать сладкого. Это вот действительно так. Поэтому в данной ситуации именно батончики полезные, а не вредные, они будут вам плюсом. Поэтому обязательно их покупайте. Батончики рекомендуется есть не более одного батончика в сутки. Это может быть, потому что там действительно комплекс витаминов и большое содержание белка. И батончики рекомендуется, ну, например, вот один перекус в день. Хотя, в принципе, можно делать и два перекуса. Если, предположим, вы убежали на работу, и у вас нет возможности, например, поесть нормально, как положено, вы улетели куда-то или вы в дороге, то вот батончики wellness – это самое то, что надо. Действительно, на приличное количество времени вы не хотите есть, а еще и вот это вот состояние внутреннее, знаете, как комфорта, и нервная система успокаивается, когда у вас есть потребность к сладкому, вы перекусываете именно батончиком. Теперь давайте поговорим про коктейли wellness. Многие говорят, очень дорого. Вот смотрите, цена каталога со скидкой 1799 рублей. Там 15 порций. Если разделить эту цену на 15 порций, то по сути это полмесяца, потому что как, ну, если у вас один, если вы вместо только ужина потребляете коктейли или суп, тогда это у вас получается полмесяца. Если вы хотите быстрее похудеть и делаете второй завтрак, например, и ужин, коктейли, то тогда получается, ну, нужно брать побольше. Но в любом случае 15 порций, 15 дней – это всего лишь 119 рублей 33 копейки. Это в ценах каталога. И когда пересчитать в наших ценах, это будет еще меньше. Там получается где-то 89-95 рублей, ну, в зависимости, какой процент скидки у вас в компании Faberlic. И если посчитать наш ужин, который мы употребляем, то он будет намного дороже. Поэтому вот в этом плане действительно этот продукт очень выгоден, если рассчитать на каждый день. Неужели вы себе не можете позволить 119 рублей? Теперь давайте посмотрим именно состав коктейлей. Возможно, если вы покупали, вы видели на упаковке, что там находится. Пищевая ценность рассчитана на 30 грамм продукта. Это вот один стаканчик, который вложен именно в пакет. И получается 411 джоуль или 98 килокалорий. Смотрите, какая маленькая калорийность. Поэтому, соответственно, когда мы заменяем ужин, то получается, что в данной ситуации мы не перебарщиваем, наедаемся, и в то же время, получается, мы не прибавляем, а убавляем. Белки 16 грамм, жиры, я срезала. Белки 21, жиры 1,2, углеводы 1, пищевые волокна 12,7, витамин С 58,3. Ну, не буду зачитывать вам тогда в количестве, просто хочу, чтобы вы посмотрели. И витамин Е есть, и витамин С, и вся группа В. Простите. Почему-то у меня встало как-то так вот объемно, не понимаю почему. Попробую сейчас уменьшить, может уменьшится. Не вижу дальше. Но там действительно вся группа В, а это повышение
иммунитета. Есть фолиевая кислота, биотин, витамин В12, калий, кальций, фосфор, магний, цинк, кремний, железо, йод, селен, хромоприкалинат, в том числе хром. Вот настолько много полезных вообще вот в составе полезных ингредиентов, витаминов, которые, во-первых, повышают иммунитет наш. Второе, работает очень здорово, я вам серьезно говорю, потому что у меня очень быстро начали расти волосы, очень быстро растут ногти, буквально за неделю вырастает маникюр. Для меня это непривычно, точно вам скажу, потому что у меня с ногтями всегда была проблема. И когда я вот начала употреблять коктейли Wellness, я прям действительно... Некоторые берегут маникюр, а я даже их обрезаю. Пусть уходят, знаете, как отрастает старая вот эта вот пластина, потому что нарастает прям белая, такая вот красивая вот пластина, более плотная. Поэтому очень великолепно растут ногти и прекрасно растут волосы. Могу сказать, что очень гладкая кожа стала, даже вот прям заметно, кожа совершенно другая становится. Что же делают коктейли Wellness? Коктейль мягко нормализует в первую очередь ферментированную систему нашего организма. Такая перестройка не может быть незаметной для человека. И по первости, не у всех, сразу предупрежу, у некоторых могут происходить вот такие вот небольшие сбои. Возможны эпизоды жажды, то есть большой жажды пить хочется. Возможны эпизоды нарушения пищеварения, но это или жидкий стул, или наоборот запоры. Но это не длительное время, просто на самом деле... Коктейль начинает вытаскивать все проблемки, которые у вас происходят в желудочно-кишечном тракте. И очень мягко-мягко это все нормализует. У меня даже есть такой момент, такой интимный, скажу, что если, например, поешь что-то не то, особенно если съешь тортик, а вечером съешь, например, коктейль Wellness, то вечер газов обеспечен. То есть коктейли просто берут и все убирают то, что вам мешает вашему организму. Это действительно. То есть мы вмешиваем, вот коктейли, мы сами, когда их начинаем пить, мы вмешиваемся в пищеварение и вмешиваемся очень хорошо с целью ее нормализовать. Одна из характерных особенностей коктейля – это то, что не существует того самого пинка рецепторного с тем, чтобы ферменты вдруг начали бешено, например, выделяться. Все спокойно, все нормализовано, только маленькие небольшие сбои могут быть, но также, повторюсь, не у всех. Еще есть один такой момент. Если вы начинаете пить коктейли Wellness, то я все-таки вам рекомендую, чтобы вы пили большее количество воды. Потому что действительно поступает в организм коктейль Wellness, это же большое количество белка. И когда поступает, там и коллаген есть. И поэтому, когда поступает вот этот продукт в наш организм, то происходит... процесс, что организму не хватает воды, потому что wellness-коктейль выводит лишнюю жидкость из организма. И поэтому должно быть обязательно восполнение этой жидкости, которая выводится. То, что выводится, так должно быть. Нужно выгнать вначале все вредное, то, что у нас накопилось годами, а потом, чтобы наш организм спокойно и уравновешенно принимал все витамины, все продукты, которые полезны, мы начинаем есть, чтобы он нормально их переваривал. Наш коктейль легко усваивается, он не устраивает пиковой свечи нагрузки ни на желудок, ни на поджелудочную, ни на пищеварение в тонкой кишке. Если, почему это хочу сказать, почему зачитываю? Потому что есть люди, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, могут не бояться, а смело брать, пить. Есть люди, у кого есть сахарный диабет, особенно показан коктейль при сахарном диабете, потому что там идет нормализация
сахара в крови. Те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой деятельности, коктейль настолько гармонизирует наше пищеварение и прием витаминов, что снижается, во-первых, сахар в крови, во-вторых, нервная система успокаивается и, соответственно, наполняется кислородом, наполняются кровеносные сосуды, и вообще весь организм начинает просто оздоравливаться. Когда мы корректируем нашу жизнь при помощи коктейлей, наша жизнь процветает другим цветом. Она прям вот совершенно, я прям заметила, что совершенно по-другому я стала себя чувствовать. Это меняется и самооценка, потому что вы видите результаты, вы можете одеть ту одежду, в которую вы давно не влазили. Вы можете купить себе, знаете как, для меня вот самооценка была очень интересная, когда я понимала, что я худею, но я купила себе 44 размера платья, я его одела, но оно мне болтается. Я сказала: ух ты, для меня это было очень важно, очень, знаете, так приятно. Я его спокойненько сдала и взяла себе смело 42 размер, который на меня сел, как вообще прелестно. И это вот действительно внутренняя самооценка поднимается. Мы становимся сильнее не только физически, потому что витамины получаем, но и становимся более гибкими. То есть, вот знаете как, мы чувствовать себя по-другому начинаем, у нас мозг по-другому работает, работоспособность повышается, приспособленность вот к жизни. То есть вообще происходит процесс изменения не только внешнего, но и внутреннего. И это вот прям вот на самом деле вот великолепные ощущения. Что делает еще коктейль Wellness Fabrilic? Наш коктейль не просто улучшает белковый состав, потому что он наполняет нас, но также в наш коктейль добавлены такие ингредиенты, как коллаген. Я вам говорила, биотин и конъюнктированная линолевая кислота, которая работает не только на похудение, но и на красоту. Тоже я об этом вам говорила. Потому как часто процесс снижения веса при диетах, вот когда мы используем диеты, то там психи, стрессы и многое другое происходит. И он связан с недоеданием, соответственно, у нас не хватает каких-то полезных продуктов, не хватает витаминов, и мы недополучаем это, и кожа начинает увядать, мы плохо начинаем выглядеть. Вроде бы худеем, но знаете как, иногда часто, когда я ранее вот таким способом худела, мне говорили: Таня, тебя хочется накормить, потому что это действительно выглядело вот что-то такое немножко не то. У нас наоборот, именно с коктейлями Wellness полный сбалансированный состав, как по витаминам и минералам, так и по компонентам, которые помогают вам хорошо выглядеть. Коктейли – это полноценная замена еды именно в ужин, но это не значит, что нужно питаться только коктейлями, ни в коем случае. Достаточно одного раза вместо ужина, но если все-таки, еще раз повторю, если вы хотите намного быстрее этот процесс, чтобы у вас прошел, можно сделать вторым завтраком, потому что он очень хорошо действует на снижение жира. Потому что вы начинаете больше есть белка, а белок в нашем организме способствует сжиганию жира, так как организм тратит больше энергии на переваривание белка и берет ее из углеводов и из жиров. И конъюнктированная линолевая кислота в состав также способствует жиросжиганию. А именно коллаген помогает, вот, чтобы у нас не истощались коллагеновые волокна в коже. А еще коллаген прелестно работает, вы знаете, на суставы и на прослоечку между суставами. Поэтому здесь очень хороший момент. Очень полезно продукт и его коллагена достаточное количество. Wellness – это полноценная еда, еще раз повторю. Вот обратите внимание на эту картинку. Вот все эти продукты, которые вы видите, нам бы необходимо было съесть для того, чтобы пополнить организм свой полезными витаминами. А коктейли Wellness, достаточно вот одного стаканчика и одна порция коктейля или супа содержит именно все то, что вы видите вокруг. Представляете? Я не представляю, что бы со мной было, если бы я это все съела. Я бы, наверное, лопнула. А выпив коктейль, мы получаем полную суточную норму именно
полезных веществ и витаминов. И это очень круто. Давайте посмотрим еще на несколько показателей, о которых я вам хотела рассказать. Сейчас действительно два тренда очень плохих, которые вот просто вот люди мучаются. Это заедание очень часто и это повышенный холестерин в организме. Если у вас постоянный стресс, например, что-то у вас происходит, особенно вот сейчас и с коронавирусом, и особенно с тем, как у нас вот сейчас у многих работы лишились, и есть свои другие какие-то жизненные ситуации, семейные, ну и многое-многое другое, то очень часто многие сейчас в нынешнее время стрессуют, и никуда от этого не деться. И начинается классическое заедание, то есть человек начинает нервничать, хватается быстренько за сладенькое, это как раз углеводы, это вкуснятины вот эти вот все, и что с этим делать? Начинается действительно откладывание жира в нашем организме. Можно ли бороться вообще вот с заеданием? Заедание можно, со стрессом нет возможности бороться, стресс он как есть, так есть. Единственное, что мы можем на него по-другому реагировать, когда, вот я вам честно говорю, что я намного меньше стала нервничать, психовать, я бы даже сказала, что я более лучше сплю, даже не более, а я сплю нормально, потому что ранее было, что я и ночью вставала, и до 4 утра уснуть где-то не могла, и когда шла в магазин, обязательно покупала прям стопку шоколадок и многое другое. Сейчас этот процесс более такой спокойный, ну, бывает иногда, я там что-нибудь прихвачу, но уже не в таком количестве. И поэтому я рекомендую всем, у кого действительно есть вот такой момент, что стресс, а потом заедание, в этой ситуации нужно перейти именно на коктейли Wellness и посмотреть с другой стороны на себя, то есть начать с другой стороны, со стороны повышенного веса снизить его. И когда вы начнете снижать вес, то у вас совершенно вам легче станет жить, потому что снижаем вес и получаем другую картинку. Другой серотонин вырабатывается в нашем организме, другие нейромедиаторы начинают работать в нашем организме, получаем другое состояние нервной системы, и, соответственно, психосоматика становится, улучшается состояние тела и улучшается состояние нервов. Прям все взаимосвязано вот на самом деле. Ну и вот по поводу холестерина хочу сказать. И в данном случае особенно показана серия Wellness, потому что это вот тренд в миру, и действительно есть полезный холестерин, который снижать не нужно, а есть вот холестерин, который образует холестериновые бляшки, которые начинаются закупорка вена, начинают, ну, вы знаете сами, что мне вам об этом рассказывать, я думаю, что каждый сейчас второй знает эту тему повышенного холестерина. И белок в том виде, который мы его даем, который добавлен в коктейль, вот именно белок вот этот вот, резко улучшает обмен холестерина. И в данной ситуации при регулярном употреблении wellness-коктейлей очень хорошо снижается холестерин, ну вот уменьшается холестерин. Поэтому здесь особенно оно показано. Давайте рассмотрим рецепт коктейля. Я вам очень много рассказала про полезность самого коктейля. Готовится он очень легко. Вот сейчас есть 5 вкусов. Планирует компания сделать еще несколько вкусов. Какие точно, мы не знаем. Но планируется, вероятнее всего, и банан, и какие-то еще дополнительные. То есть разновидности коктейлей Wellness прибавится. И это очень здорово, потому что у каждого свои вкусовые предпочтения. Я, например, очень люблю малину, клубнику, шоколад и ваниль. Для меня смородина, ну, как-то так. Хотя единственное, что мне нравится в смородине, там прям настоящие ягодки большие. Но есть люди, которые просто вообще влюблены в коктейли смородины, и поэтому вот здесь вам нужно будет подобрать под свои вкусовые привычки.
И еще когда добавится, это вообще просто здорово. 30 грамм коктейля. Там вложен стаканчик, на нем написано 70 миллилитров. 30 грамм и 70 миллилитров – это одно и то же. В расчете это… Ну, в общем, мы рассчитывали специально, а это одно и то же абсолютно. 250 миллилитров воды берется, или можно добавить 0,5 миллилитра молока. Но если вы хотите похудеть, то достаточно просто воды, потому что тогда энергетическая ценность будет более низкая. Свежие замороженные ягоды можно добавлять в коктейль, если вы хотите. Можно фрукты, по желанию, если вам потребуется вот такое вот пристрастие. Ну и взбить в блендере или в шейкере. Если один вкус коктейля надоедает, можно мешать. Можно абсолютно мешать коктейли и не заморачиваться. Я, например, с удовольствием мешаю их и с удовольствием пользуюсь этими коктейлями. Давайте еще посмотрим несколько рекомендаций от меня. Как разводить коктейли? Вначале заливаем воду в шейкер. Лучше так, потому что вот я на собственном опыте испытала. И могу точно сказать, что вначале лучше вода, потом сам порошок. Затем засыпаем порошок так коктейля без горки. Можно смешивать, например, делать или пополам два вкуса. Или вот мне, например, нравится большую часть, одну третью часть я, например, делаю ягодного, а добавляю совсем немножко шоколада или ванили. Или иногда наоборот, если я хочу более плотный вот такой вкус, по вкусовым ощущениям более плотный вкус, конечно же, это шоколадный. Вот я делаю больше шоколадного и немножко добавляю ягодного. Коктейли заливать горячей водой нельзя. Вода должна быть комнатной температуры. И лучше, если это или из, как его, или из бутылей, которая вода идет, или если фильтрованная. Кипяченая вода, она не полезная, в ней все умерло. Поэтому лучше брать из крана, но обязательно через фильтрацию, потому что вода у многих разная абсолютно. И комнатной температуры. Нельзя заливать горячей водой, потому что там коллаген, и коллаген будет превращаться в желе. И когда вы будете пить, во-первых, это неприятно, во-вторых, вы гробите самый лучший продукт, именно коллаген, который полезен для нашего организма. Ну и как готовить супы? Вот здесь вот можно 60 градусов температурный режим залить в шейкер, затем порошок супа. И если, например, вы хотите, чтобы, например, не в шейкер, можно я разводила супы в чашечке. Для меня, мне привычнее, для меня соленоваты супы, поэтому я делала меньше порцию самого порошка и столько же воды. И размешивала просто в чашке в своей глубокой. И вот что коктейли, что супы, рекомендую, чтобы они постояли. Когда они постоят, они становятся более густыми, более вот такими плотными. И тогда маленькими глоточками, маленькой ложечкой употребляете. Когда вы пьете медленно или кушаете медленно и маленькой ложкой, тогда насыщение происходит гораздо быстрее, чем если выпить залпом. Вот здесь я рекомендую так. Были вопросы, нужно ли разводить молоком. Можно, но ни к чему, потому что калорийность повышается. Но есть еще другой момент. В коктейлях добавлено 3 сыворотки молочных, которые именно и дают. Во-первых, они все полезные, они подобраны один по другую, очень полезно. Но они еще и дают вот этот вкус какой-то молочности, именно как будто молочный коктейль. А еще есть такой момент. Наши коктейли кардинально отличаются от других wellness-коктейлей, от других фирм. И одно многими показателями отличается, но один из самых важных показателей в наших коктейлях абсолютно нет глютена. Это действительно продукт, о котором многие уже слышали, и многие знают, что он не очень полезен и даже в большом количестве вреден. В нашем коктейле нету глютена.
Давайте дальше посмотрим. Важные рекомендации. Когда вы покупаете wellness-продукты, то все-таки именно по питанию я вам дам несколько рекомендаций. Завтракайте сбалансированно, белки, полезные жиры, сложные углеводы. Тогда процесс будет идти гораздо быстрее. Старайтесь питаться каждые 3 часа. Избегайте переедания вечернее, ночное время. Употребляйте достаточное количество воды или 2 литра, минимум 2 литра в день, я вам уже об этом говорила. Старайтесь, чтобы в каждом приеме пищи присутствовали белки, сложные углеводы и клетчатка. Кофе и соки постарайтесь заменить на зеленый чай. Или, если вы пьете кофе, то только в маленьком количестве, желательно с утра. И еще коктейль необходимо или супы употреблять ужин за 2-3 часа до сна. Вот это очень важно, обязательно за 2-3 часа. Не в то время, как обычно привыкли, вот в 6 поели и все. Нет, главное перед сном. Если вдруг вам захочется после коктейля чего-то, ну вот вдруг появится такое состояние, что вы хотите чего-то съесть, без проблем, вы можете съесть, просто съешьте или какой-нибудь фрукт, или какие-нибудь овощи, то есть что-то легкое, без добавления масла и без добавления сметаны. Вообще wellness-направление – это, знаете как, это и продукт уникальный, это и интересное вообще вот вкусовое направление, но еще и это как услуга, полезная услуга как для вас, вам не нужно никуда идти в какой-то фитнес-салон и там покупать какие-то коктейли, вы можете здесь купить и дома за собой ухаживать. Wellness можно определить как деньги и время, вложенные в здоровый образ жизни через потребление wellness-услуг и wellness-товаров. Это действительно очень уникальный продукт, но я вам хочу сказать по собственному опыту, и это нигде не написано, я на себе это испытала, что Wellness Faberlic – это пролонгированный эффект здоровья и успешности. Даже я заметила, когда я где-то перестала пить коктейли, был какой-то момент, когда у меня вдруг коктейли закончились, а еще коктейли новые не пришли. И несмотря на это, я прям вот заметила, что процесс продолжался, размеры уменьшались. Я была удивлена и сказала, какая прелесть, насколько это здорово. То есть действительно вот wellness-продукт работает и помогает нам в нашей жизни и в нашем формировании нашей фигуры. Знаете, с Wellness Faberlic легче. Я бы вот так сказала, хватит жалеть себя многим, хватит придумывать отговорки, хватит откладывать на потом. Ты можешь все, каждый человек может сам позаботиться о своем здоровье и о своей прелестной фигуре. Только нужно просто взять и начать, и настроиться на волну здоровья. А еще я хотела бы вам сказать такой момент. Кто-то слышал, кто-то не слышал. Мы уже второй раз, начали второй марафон. Первый марафон у нас был 2 месяца. Упаковка очень неудобная. Ну, знаете как, я ее просто-напросто в банке пересыпаю, мне так удобнее. Знаю, да, рукой неудобно. Но я нашла просто банку большую, такую вот с крышкой, пересыпаю и не заморачиваюсь. Вот у нас прошел первый марафон 2-месячный, у нас шикарнейшие результаты, вот здесь Надежда присутствует, у нее более 8 килограмм скинуто, у нее шикарный результат по замерам, и не только у нее одной. И сейчас мы запустили новый марафон, он 4-недельный, вот 1 неделя доходит до конца, она у нас была вводная, следующие 3 недели это будет интенсива, это бонусов, много полезной информации, ну и всегда худеть вместе это легче. И вот в данной ситуации, если кто-то хочет еще запрыгнуть в уходящий вагон, то добро пожаловать.
Марафон не бесплатный, он платный, он стоит 1000 рублей, но это, знаете как, с одной стороны, это оплата нашего труда, потому что мы каждый день работаем с вами и корректируем, и помогаем, и даем огромное количество материала, как психологического, точно так же по продуктам, по... чтобы вы разбирались в диетологии, но есть еще один такой момент. Мы заметили по прошлому марафону было так, что те, кто зашел бесплатно, многие поленились где-то, а те, кто зашел платно, у них пошли результаты шикарные. Поэтому добро пожаловать, кто хочет, мы только за. Вам действительно будет интересно, весело, полезно. Много-много-много ответим мы на вопросы по вашим вопросам. Ну и самое важное, вместе сильнее и быстрее. Если вы хотите, пишите нам в личку, мы вам ответим, все, кто в записи будут смотреть. Те, кто не пойдет в wellness-марафон, смело покупайте. Да, много полезного. И смело покупайте эти продукты, вы нисколько не пожалеете, вы действительно получите и... огромное количество оздоровления организма, но еще и красивую, здоровую фигуру. Спасибо вам огромное, что вы были с нами сегодня. Я уложилась час, это великолепно. Если у вас есть вопросы, одну секундочку могу ответить, и мы заканчиваем. Те, кто смотрит, пока, если люди будут писать, те, кто будет смотреть в записи, задавайте вопросы в наших чатах. Я думаю, что для вас мы обязательно ответим на любой вопрос бесплатно. А в марафон приходите, точно не пожалеете. Все, девочки, здоровья вам, красоты. Я брала шоколадный и смородину. Сегодня заказала суп грибной. Отлично. Как вам коктейли? Вам понравилось по вкусу? А, Светлана, понравилось? Напишите. Класс, все, отлично. Все, спасибо огромное за ваше внимание. Отличного вам вечера и стройной, красивой фигуры. Лето наступает, уже совсем-совсем осталось чуть-чуть. Все, до новых встреч, мои друзья и мои коллеги.